Итак, мы в Индии, едем в поезде из Маргау в Мумбаи. Мы сели на станции Тирим, ближайшая к Вагатору. Едем в слипер-классе. Слипер-класс — это вот такой вот поезд, похож на наш плацкарт. Три вентилятора направлены, каждый один на боковые полки, один под шоком наверх и один вниз. Вот, свет можно включать, выключать. Зеркало даже есть. Вот, окошки открываются. Вот такие вот наши места боковые. Нижняя. Мы подняли ее, можно вот, вот так, чтобы лежала. Выпечку подъезжаем, перекол. Она нам болит. Еду, воду постоянно здесь. Ну вот как-то так.